Привет, родные, как дела? Сегодня будем делать на максимум выходы силой, потому что у меня, наверное, месяц-полтора после Москвы, вот когда мы делали армрестлинг, да, зарубу по армрестлингу с подписчиками, у меня кисть потом так болела, наверное, 2 месяца уже болела, вот сейчас вроде отошла, я не мог делать ни выходы, ничего, ни жимы, потому что когда сгибаешь вот так руку назад, то дикая боль, короче, в кисти. Ну, сейчас тоже капельку есть, но типа уже получше. Вот, но сегодня попробуем сделать на максимум, посмотрим, какой результат у меня будет, потому что я давно уже выходы не делал, и будем их тренировать. Давайте выведем их на хороший уровень. Погнали. Ну что, друзья, сейчас я попробую на максимум сделать выходы, посмотреть после 2-3 месяцев, как я их не делал, сколько у меня будет, и после этого я вам расскажу программу, по которой я буду тренироваться. Давайте попробуем. Ну что, друзья, программа тренировок. Вообще, я хочу за это лето увеличить свои выходы до 10 идеальных, прям, чтобы без сильной раскачки было. У меня будет 6 подходов. Первые 2 подхода – это по 5 повторений хорошеньких таких со своим весом. Потом вторые 2 подхода – это с вот этой резинкой, она более слабая. Это 4 подхода уже, тоже 5 повторений с этой резинкой. И следующие 2 подхода с вот этой резинкой, тоже по 5 повторений. То есть немножечко будем себе облегчать с каждым разом. По 5 повторений, 6 подходов, погнали! Мне самое важное, конечно, чтобы кисть снова не начала болеть, потому что когда кисть болит, лучше не делать выходы, не делать никакие стойки на руках и так далее. Потому что разовьется еще какой-нибудь артрит, там артроз, это фигово будет. Второй подходик попробуем сделать 5 более-менее хороших. Я не уверен, что я на второй сделаю хороших, но попробуем хотя бы 5 сделать. Говенные выходы, конечно, когда ты такой подтягиваешься, ложишься на турник и потом с него выжимаешь. Ну, а чтобы идеально так бум-бум, без касания было. Но мы этого добьемся. Андрюха сейчас мастер-класс покажет. Сейчас мозолька оторвется. Во! Нормально? Да. Класс. Видишь, хорошо, 2 хороших. Нормально. Молодец. Ну что, третий подходик уже с резинкой, с фиолетовой резинкой. Ой, погнали. Хорошо. С ней полегче, действительно. Четвертый подходик. Оп. В этом деле главное на полную, на максимум не убиваться, а работать где-то в 70% от силы. Пятый подходик, другая резинка. Друзья, на познание бодибилдинга, на изучение всяких тонкостей уходит очень много времени. Но вы можете учиться у каких-то людей уже, которые прошли это все. В данном случае я. Если вы хотите какую-то программу тренировок для набора, для сушки, либо просто по увеличению подтягиваний, я вам могу посоветовать мой сайт archumorris.com. Заходите, смотрите, покупайте, если понравится. Потому что если вы будете сами изучать это все, то это пройдут года. А зачем вам это нужно? Вы можете учиться на тех людях, которые уже это прошли. В идеале так нужно раз 30 делать с резиной. Тогда будет, наверное, 10 раз чистых без резины, скорее всего. Последний подход, ребята. Уже видно, тяжело, да? А что-то...
Все. Нормально. Вот такая вот программка у меня получилась. Я думаю, эта программка позволит мне увеличить подтягивание, выходы силой. Вообще просто, что я буду, просто пушка-гонка. Друзья, это видео я снимал 1,5-2 недели назад. То есть сейчас уже прошло довольно-таки хорошее время, да? И вы можете в Инстаграме посмотреть, насколько у меня улучшились выходы силой. Переходите по ссылке в описании, там я выставил видос. На максимум выходы силой идеальные. То есть посмотрите, сколько я сделал. Вот. И, короче, что я хочу сказать. 1,5 недели спустя я еще добавил к этой программе, которую вы сейчас видели, я добавил еще после вот этой всей программы, я еще делал 3 подхода по 10 отжиманий сверху в упоре на турнике и также по 10 повторений подтягиваний, тоже 3 подхода. Это все вместе. Делаешь выходы сначала, да, 5 повторений, потом делаешь 5 отжиманий на турнике и сразу же делаешь 5 подтягиваний. И так 3 подхода после этой программы, то есть когда вы убиваетесь в хлам уже, вы делаете вот эти повторения еще, и вообще там просто аут начинается. И еще добавил, вот сегодня ходил на тренировку, выходы с дополнительным весом 5 килограмм. Сделал 5 повторений. Вот такие дела. Короче, переходите в Инстаграм, посмотрите, что у меня там получилось. Пока.